Если любишь спать по утрам, успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Кто успел поставить лайк, тот, конечно же, умничка. Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Алплей, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами пройдем очередную эволюцию в игре под названием Hero Tower. В этой игре мы с вами должны будем объединять героев по фракциям, и потом мы с вами должны этими героями нападать на противников наших, которые находятся с правой стороны, и, соответственно, их уничтожать. Чем больше мы их с вами уничтожим, тем больше армии у нас будет. То есть все эти противники, которых мы с вами уничтожаем, автоматически к нам добавляются. Пока что у меня есть только орк, вот такой вот синий, здоровый, которым я могу сражаться против орков. И также, ребята, здесь у меня есть пока что мечник. Тут помимо этих вот двух фракций у меня еще есть маг. Но мага пока тут нету. Маг, наверное, будет попозже. Он откроется. Здесь нам нужно, вот смотрите, к примеру, берем вот этих вот наших рыцарей, нападаем на вражеских рыцарей. Но самое главное, ребята, наших рыцарей, когда мы нападаем хотя бы на одного, но должно быть больше. Вот, к примеру, здесь остался рыцарь наш 599 единиц, да, и рыцарь вражеский 780. Если я на него нападу, он меня уничтожит. Поэтому пока что ждем. Соединяем пока что огров вражеских и наших. Отлично, всех огров мы с вами уничтожили. Теперь с помощью зельки превращаем наших огров в мечников. И теперь, смотрите, наших мечников стало больше. И мы, соответственно, можем уничтожить врага. Врага, соответственно, ребята, мы и побеждаем. Заработали 10 029 единиц голды, и потом эти деньги мы с вами можем прокачивать в урон, либо в количество денег, которые мы с вами будем зарабатывать за сражение, ну а это наша с вами база. Погнали дальше, следующий уровень, вот такая вот вышка есть, такая вот башня, которую мы с вами тоже обязаны будем уничтожить. Итак, что же нам сперва нужно будет делать? Я думаю, ребятки, что нам нужно будет для начала уничтожить вот этого вот вражеского орка одного. Теперь нам с вами можно вот так вот, наверное, уничтожить еще одного вражеского орка. И тут можно, ребята, наверное, даже вот так вот уничтожить вот этих вот вражеских орков. Здесь мы с вами можем зельку, в принципе, вот эту вот выпить. И у нас получается вот такая вот крутая армия. Часть из этой армии у нас получается орки, а часть из этой армии у нас получается вот такие вот мечники. Вот таким вот образом, ребята, мы с вами просто на изи уничтожаем всех наших противничков. Так, тут нам что нужно сделать? По-моему, только оркам нам нужно сейчас подбить. Давайте мы с вами вот этих вот верхних орков реально всех завалим. Хорошо, пока что мы с вами можем это сделать. Так, теперь нам нужно превратить наших орков в рыцарей. Рыцарей мы с вами соединяем и теперь уничтожаем вражеских рыцарей. Все, ребята, у нас все получилось, и очередное задание мы с вами прошли, даже вон одну зельку не использовали. Опять победа. И нам заплатили 1218 единиц голды. Пока у нас не хватает денег для того, чтобы прокачать какой-нибудь из параметров, но мы с вами можем еще разочек нажать на play, еще одно сражение провести, и уже в следующем сражении попробуем это сделать, попробуем прокачать наши параметры. Опять мне почему-то не дали мага, но мы с вами для начала давайте соединим наши войска. Это у нас будут мечники. Мечниками нападаем на вражеских мечников. Здесь нам нужно будет уже ограми тоже напасть. Отлично, пока что все у нас получается. Огры и мечники у нас все живы-здоровы. Уничтожаем вражеских, и первую вышку вражескую мы уничтожили. Двигаемся дальше. Но здесь без особого даже труда мы с вами просто-напросто мечниками уничтожаем мечников, а ограми уничтожаем огров. Следующая миссия тут будет немножечко посложнее, но все равно, я думаю, у нас все получится. Обратно ограми гасим огров, ну а мечниками, конечно же, будем гасить мечников. Так, наша армия постепенно растет, но это, по-моему, самая последняя вышка, который мы с вами тоже обязаны будем уничтожить. Так, все тоже вот так вот по очереди уничтожаем. Огры, в принципе, уничтожили полностью всех огров, ну а мечники, соответственно, уничтожили всех мечников. Мы с вами очередной уровень прошли и опять заработали 1290 единиц голды. У нас есть возможность прокачать либо урон, либо количество денег за победу. Давайте мы с вами прокачаем количество денег. Теперь этих два параметра у нас прокачаны до 14 уровня. Двигаемся дальше. Тут у нас, смотрите, какая здоровенная вышка, и все равно пока что нету магов. Почему-то меня не бросают пока что сюда магов. Но ничего страшного, мы в дальнейшем с вами по-любому за них поиграем. Так, соединяем орков. Здесь можно вот так вот, наверное, мечниками, в принципе, пока что сразиться. Да, пока что мы с вами сражаемся с мечниками. Теперь огры наши пошли. Полностью всех огров мы с вами уничтожили. Опять мечники пошли. Теперь вниз мечники должны будут сразиться. Здесь огров объединяем и опять же уничтожаем. Хорошо, пока неплохо мы с вами двигаемся, очень даже неплохо. Смотрите, наша армия растет, все растет и растет, мы становимся с вами все сильнее и сильнее. Всех огров пока что тоже давайте завалим, мечников завалим. Так, ну а здесь можно, наверное, вот этих вот огров завалить, теперь нижних огров мы с вами можем завалить. Смотрите, я еще ни разу не потратил ни одну зельку, хотя мог потратить уже две зельки.
Так, ну все равно придется одну зельку потратить, ребята. Нам нужно наших угров превратить в мечников. Поэтому мы вот так вот на низ их закидываем. Теперь объединяем. И у нас получается вот такая вот большая армия с мечников. Мы с вами уничтожаем нашего противника. Валя, ребятки, мы с вами в очередной раз победили. Что я вам говорил? Игрушка вообще прикольная и залипательная. О, а тут уже маги пошли, ребятки. Вот наконец-таки у нас пошли маги. Что делать? Объединяем магов, объединяем рыцарей наших мечников. Теперь сражаемся маг против мага. Армия наша растет. Опять армия наша растет. И опять растет. Ребят, ну вот, наша армия уже стала очень... Ой, блин, мы с вами проиграли, потому что я немножечко не так сделал. Смотрите, ребятки, я не так мечниками походил. Нам нужно было сделать следующее. Давайте мы с вами магами все то же самое сделаем, что и делали. И теперь мечниками, рыцарями мне нужно бить верхних. А теперь можно бить нижних уже. Да, ребят, видите, была чуть-чуть поменьше у меня армия, я проиграл. Ну ничего, пока что мы с вами вроде как вышли с этой ситуации. Уничтожаем соперников наших. Так, тут у нас маги, объединяем магов и уничтожаем еще и магов. Хорошо, ребятки, вот мы с вами в очередной раз победили. Правда, перед этим чуть-чуточку не сделали не так, как нужно, и нам засчитали одно поражение. Но мы с вами переиграли правильно. Теперь мы с вами давайте прокачаем уже урон. Урон у нас будет прокачан до 15 уровня, и у нас, видите, какой мощный замок стал теперь. Так, а это вот здоровенная башня, которую мы с вами должны будем тоже постараться завалить, уничтожить. Значит, что делаем? Объединяем огров для начала. Теперь нам нужно будет открыть, ребята, вот этих вот наших рыцарей. Рыцарей мы с вами открыли. Теперь с помощью вот этих вот рыцарей можем сражаться и уничтожать наших противников. Ограми мы с вами должны добивать вражеских огров. Ну, а рыцарями должны добивать вражеских рыцарей. Естественно, их должно быть меньше. Так, 126, 122, 131, ну и так вот вверх, в принципе, всех мы с вами и добили. Смотрите, какая у нас мощная армия осталась. Видите, ни разу мы с вами пока что в этой вот миссии не ошиблись. Так, тут пока ничего не можем улучшить, нажимаем play, вот такая вот здоровенная башня, нам нужно будет ее разбить. Так, здесь нужно что сделать? Мне кажется, что здесь нам нужно уграми сразу уничтожить всех огров, потом воспользоваться зелькой для того, чтобы превратиться в рыцаря и уже рыцарем добить всех остальных. Тебя могу добить? Отлично. Ну все, ребятки, теперь мне, наверное, реально нужно превратить огра в рыцаря. И вот так вот всех рыцарем, наверное, добить. А нет, вот там вот последние, ребятки, видите, еще даже не одна, а там несколько вкладочек еще огра есть. Поэтому мы здесь с вами наоборот с рыцарей должны сделать огров. И вот сейчас добиваем этих вот огров. Вуаля, ребят, у нас в очередной раз все с вами получилось. Круто. Вообще отличная игрушка, залипательная такая. Так, есть у нас денежки, давайте мы с вами прокачаем еще разочек урон. Видите, наша вот эта вот армия, наш вот этот вот замок продолжает расти. Здесь у нас есть уже с вами рыцарь и маг. Давайте мы с вами мага пока что объединим. Так, теперь все отлично. Здесь нам нужно уже объединить рыцарей. Рыцарей мы с вами тоже объединили. Первую мы с вами башню покорили, следующая башня. Тут постепенно сейчас мы с вами, наверное, что сделаем. Так, нам нужно вот этих вот магов, ребята, кокнуть. Мы их бьем, объединяем еще одних рыцарей. Вот теперь у нас армия, смотрите, какая большая стала с рыцарей. Уже аж 876 человек. Так, тут мы с вами должны еще разочек рыцарей объединить. А здесь нам нужно превратить мага в рыцарей. И объединить рыцарей. Все, видите, теперь мы с вами с помощью вот этих вот рыцарей побеждаем самого последнего нашего противника. И, ребята, побеждаем. 1488 монеток нам заплатили за это. В принципе, неплохо. Так, тут у нас огры и рыцари. Магов нету, видите, там у нас маги были, тут у нас огры. Так, что мне нужно делать? Мне нужно постараться, ребята, открыть клетку. Так, сейчас я это, надеюсь, сделаю. Отличненько, получилось все. Все, клетку мы с вами открыли, наш огр вот этот вот спасся. Объединяем огров. Ну и теперь, конечно же, нашим рыцарям подбьем вот этих вот маленьких чуваков, которые тут у нас внизу находились. Опять наши огры пока что идут в бой. Хорошо, наша армия огры все растет и растет, становится все больше и больше. Здесь еще рыцари чуть-чуточку должны подрасти. Так, а здесь нам нужно, ребятки, по ходу наших огров превратить в рыцарей. Другого выхода нету, да. Сейчас мы с вами тогда всех вот этих вот рыцарей еще должны будем завалить. Бьем всех рыцарей. Так, теперь нам нужно, ребята, рыцарей превратить в огров, добить огров. Теперь огров превращаем назад в рыцарей и добиваем рыцарей. Все, ребятки, вот в очередной раз у нас обратно же все с вами получилось. Круто. Так, нам заплатили 1250 монеток, мы можем еще разочек прокачать голду, которую будем получать за победу. Отлично. Так, тут у нас уже три вышки, которых нужно будет тоже разбомбить. Я надеюсь, у нас все получится, мы с вами обязаны просто выиграть. Первую вышку вообще без труда мы с вами, в принципе, прошли.
Здесь нужно будет чуть-чуточку постараться, но тоже, я думаю, особо без затруднений мы с вами должны и вторую вышку пройти, да. Ну и третья, самая такая, можно сказать, сложная, но ее мы с вами тоже пройдем. Нам нужно будет для начала уничтожить всех рыцарей, потом наших рыцарей превратить в огров, объединить наших огров и уничтожить вражеского огра. Вуаля, ребятки, в очередной раз наша с вами победа. Нам заплатили 1360 монет. Пока тоже, к сожалению, не хватает денег для прокачки какого-нибудь параметра. А здесь вот у нас здоровенная такая вышка будет, которую мы с вами тоже обязаны будем пройти. Я надеюсь, у нас все получится и мы с вами в очередной раз победим. Ребят, если вам понравилась данная игрушка, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Я вам буду очень и очень благодарен, кто этого еще не сделал, конечно же. Также, друзья, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать мои ролики, которые, ребятки, выходят каждый божий день. Ну, а с вами был, как всегда, Alplay, ребятки, всем удачки и всем пока!